Ну что, друзья, переживаете, что технологии современного мира заменят большинство действующих специалистов? Страшно, очень страшно. Знаете, я и сама немножко с трепетом наблюдаю за их развитием и заметила очень интересную тенденцию, которая является ответом на вопрос, заменят ли дизайнеров нейросети в ближайшие десятилетия. Меня зовут Надя Кармин, я дизайнер с опытом более 14 лет, и в этом видео познакомлю вас с нейросетями, которые облегчают мою работу, и расскажу, стоит ли беспокоиться на самом деле. Первая нейросеть – это, конечно, Midjourney. С ее помощью можно сделать визуализацию в разных стилистических концепциях. Это могут быть обычные наброски, чтобы, например, быстро обозначить свои идеи заказчику. А могут быть полноценные визуализации. Вообще, это вызывает некоторый вау-эффект, потому что картинка делается буквально за 3 минуты. Но обратная сторона медали состоит в том, что нейросеть не очень качественно разбирается в вопросах эргономики и уж тем более строительства. Поэтому обязательно проверяйте, где она расставила тумбочки, адекватные ли проходы между ними, ну и так далее. Также она не указывает никаких размеров, и это просто изображение, которые помогают определить направление дальнейшей работы. И бесплатно она первые 25 запросов, а потом нужно будет платить $10 в месяц в зависимости от тарифа. Вторая нейросеть – это iRoom Planner. Она предлагает редизайн интерьера по загруженной фотографии в любом из 32 стилей, от минимализма до неоклассики. Тоже очень удобно для вдохновения или быстрого наброски в духе. Посмотрите, как мы можем сделать. Но все чертежи, размеры, подбор комплектующих остаются на самом дизайнере. Что еще приятно, она полностью бесплатно. Вам интересна профессия дизайнера интерьера, но вы не знаете, с чего начать? Тогда приглашаю вас на наш двухнедельный бесплатный курс, на котором вы с нуля создадите дизайн-проект квартиры в Москва-Сити под надзором опытного дизайнера-преподавателя. В отличие от нейросети, вы научитесь азам строительных норм, создавать коллажи и визуализации пространств, в которых действительно можно жить. Ссылку оставлю в описании к видео. Третья нейросеть – это Scribble Diffusion. Она крута тем, что генерирует 3D-визуализацию по максимально примерным наброскам, типа таких. Она помогает не только по части вдохновения, а еще ей можно классно занять ребенка, если вы дизайнер, а ваши чада интересуются в профессии. Она тоже полностью бесплатная. Четвертая нейросеть – это Color Space. Особенно круто подойдет новичкам, которые еще не наработали опыт в подборе цветовых палитр. Нейросеть очень круто подбирает цветовые сочетания согласно указанному вами цвету. Бесплатно на 500 изображений в день. Дальше от $12 в месяц. Пятая нейросеть – это Visualize AI. Что она умеет? Редизайн интерьера, преобразовывает скетчи и наброски в 3D-визуализации и, самое главное, делает расстановку мебели по заданному плану. Ура! То есть она выдает наиболее точные изображения. Но чтобы их получить, придется немножко повозиться с функционалом. Бесплатно она до 30 рендеров. В целом, большинство нейросетей не разбираются ни в деталях, ни в тонкостях дизайна интерьера, ни в эргономике, ни в законодательстве, не умеют чертить и даже не всегда точны в 3D-визуализациях. Они больше направлены на помощь в поиске идей и вдохновения. Ну, либо для того, чтобы впечатлить наших заказчиков. Полученное изображение, даже при условии, что они вам понравятся, все равно придется менять, поправлять в наших классических дизайнерских программах. Кстати, о них я записывала ролик, оставлю ссылку внизу экрана. Кому они действительно могут пригодиться, это тем, кто хочет делать ремонт своими руками, и им нужна помощь в подборе планировочных решений или творческий подъем для того, чтобы уже наконец приступить. Но на данном этапе своего развития нейросети точно не заменят настоящего живого специалиста. Слава Богу! Как минимум, кто будет сопровождать авторский надзор и вести дискуссии с прорабом? Чат GPT точно не готов к таким диалогам. Поэтому выдыхаем, друзья, искусственный интеллект не отнимает нашу работу, а лишь облегчает ее в каких-то случаях. Чтобы не пропустить новые видео на нашем канале, подписывайтесь и ставьте колокольчик. С вами была Надя Кармин, до новых встреч!